Всегда радуюсь за активную женщину, которая двигается вперед по карьерной лестнице, ничего не боится. И всегда, собственно, я к этому призывала, потому что я сама бизнес-вумен, и у меня есть небольшой бизнес, поэтому я, как никто, знаю тяготы и сложности женщины в бизнесе, действительно, потому что есть некоторые нюансы, мужчине всегда есть дорога, а вот женщина, к сожалению, немножко, да, сталкивается с некоторыми преградами и сложностями. Но, тем не менее, женщины в наше время на сегодняшний день не уступают мужчинам. Наша девушка, да, то есть лицо нашей девушки, это не только домохозяйка, это не только мать, это не только жена, но и в первую очередь действительно личность. И я призываю не то, чтобы потрачить женщину, не в этом плане, что с утра до вечера, как конь. Нет, я призываю оставаться красивой, женственной, но при этом заниматься любимым делом и своей красотой.